концерт подходит к концу. Не расстраивайтесь, если вам не удалось сегодня поучаствовать в конкурсах и найти свою пару. Святой Валентин в этот день позволяет тем признаться в любви, кто пока что не знает, какой еще способ избрать, чтобы открыть всю душу свою и любовь обнажить. Мы хотим вам пожелать, чтобы в вашей жизни всегда была любовь. Любите и будьте любимы. Еще раз с праздником! До скорой встречи, моя любовь тебе.